Всем привет, вот и новый ролик по крипипасте, и в этом ролике я расскажу, как вызвать кровавого художника, но перед началом ролика я попрошу вас подписаться на мой канал, спасибо за внимание, ну а мы начинаем. Всем известный кровавый художник, это один из членов некой крипипасты. В нынешнее время модно вызывать духов, в том числе и крипипастеров. Данный вызов можно делать в любое время суток, и не вариант, что он придет, так как будь вы духом, хотелось бы вам прийти к одному из надоедливых жертв, который вызывает вас днем, не думаю. Поэтому вы должны понимать, конечно, если вы не тугодум, то поймете, что лучше вызывать в темное время суток и чтобы дома никого не было. Нужные вещи. Лист А4. Кисть. Красная краска. Кистью на листе рисуем улыбающийся смайл. Под ним пишем свое имя на английском. Говорим 3 раза. Кровавый художник, я желаю тебя увидеть. Идем прятаться. Признаки, что кровавый художник пришел. Шаги, падение предметов. Чтобы отогнать кровавого художника, скажите 3 раза. Кровавый художник, уходи. Листок, кисть, краску выбросить либо сжечь или закопать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.